Всем привет! Представляю новый турецкий сериал под названием «Ты никогда не узнаешь». События турецкого сериала будут разворачиваться вокруг очень богатого и влиятельного семейства – Корал. Главный герой смог обустроить свою жизнь самым наилучшим образом, благодаря тому, что продавал ювелирные изделия. В Турции эта семья считалась самым крупным владельцем ювелирных украшений. С первого взгляда они могут показаться вполне нормальной семьей, которая выстроила свою жизнь и теперь получает от нее наслаждение. Только на самом деле все складывается совсем непросто. И в бизнесе, который приносит им огромный доход, также есть противозаконные дела. Все дело в том, что главный герой Дживан Корал смог заработать такие большие деньги с помощью контрабанды ювелирных изделий, которые привозятся из самых различных стран. Изначально все шло гладко, и никто даже не подозревал про подобные преступные дела. Только рано или поздно все тайное становится явным. Проходит какое-то время, и ведомству по борьбе с международной организованной преступностью становится известно о том, что Дживан Корал ведет плотное сотрудничество с криминальным миром. Тогда расследование этого непростого дела поручает агенту Онуру Карасу, который был настоящим профессионалом и за свою деятельность смог раскрыть множество преступлений. Как только главный герой берется за расследование, то совсем скоро ему удается выйти на след контрабандистов. Но обстоятельства складываются таким образом, что Онур не спешит отправлять Дживана в тюрьму, где он должен был понести наказание за свои поступки. Онур решает приложить все усилия для того, чтобы Дживан отказался заниматься контрабандой и начал новую жизнь без нарушения закона. Если Дживан полностью оставит свой бизнес, то только таким образом сможет и дальше оставаться на свободе. Премьера турецкого сериала состоится уже 24 июля. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.